Автор – Усманова Зульфия Шамилевна. Категория «Транспорт». Министру по инвестициям и развитию Исикешеву. Добрый день. Есть ли возможность проинвестировать в проект «Экотехнопарк» на сумму 300 миллионов долларов? Это транспорт нового поколения по технологии Skyway – струнного транспорта Юницкого. Беларусь уже строит подобный экотехнопарк. Дело в том, что струнный транспорт Юницкого – это возможность для человечества выйти на новый уровень развития, улучшить экологию и обезопасить жизни людей. Мне бы хотелось построить этот парк в городе Талдыкургане. Уважаемая Зульфия Шамилевна, рассмотрев ваше обращение касательно инвестирования проекта «Экотехнопарк», сообщаем, что министерство осуществляет руководство в сферах государственной инвестиционной политики, политики поддержки инвестиций и создания благоприятного инвестиционного климата. Кроме того, дополнительно отмечаю, что в ведении министерства имеется акционерное общество «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «Казнекст Инвест». Общество является национальным институтом развития, призванным привлекать потенциальных иностранных инвесторов в приоритетные секторы экономики путем структурирования инвестиционных проектов. Обществом ведется база данных инвестиционных проектов, требующих инвестиций. В этой связи, в случае, если ваш проект требует инвестиций, вам необходимо обратиться в Казнекст Инвест. Вам будет направлена анкета проекта для заполнения, после чего информация о проекте будет добавлена в базу данных инвестиционных проектов и инвесторов www.baseinvest.kz. Есть общепринятые мировые четыре вида инноваций. Это продуктовая инновация, маркетинговая инновация, процессная инновация и производственная инновация. То есть большинство наших изобретателей, инноваторов считает, что инновация – это когда выпускается только новый продукт. А вместе с тем это не совсем так. То есть процессные инновации, производственные инновации – это все инновации, которые приносят определенный экономический эффект. We'll be right back.